Каспийске планируется создание нового индустриального парка «Дружба», основная цель которого – это развитие промышленности в регионе, способствующее увеличению рабочих мест. Соответствующее решение принято собранием депутатов. Определен земельный участок общей площадью 37,6 гектаров. Преимущество данного участка, этого промпарка, будет заключено в том, что деятельность на нем будут осуществлять именно субъекты малого и среднего предпринимательства. Отметим, что парк будет создан на территории кирпичного поселка. На данный момент уже готова концепция развития промышленного парка, а также мастер и бизнес-план будут разработаны управляющей компанией, которая пройдет конкурсный отбор. По итогам конкурсного отбора будет определена та управляющая компания, чьи показатели, а также концепция будет более привлекательна для города. Это количество созданных рабочих мест, это объем инвестиций, которые будут привлечены на территорию города, а также та инфраструктура, которая будет создаваться при создании данного промышленно-индустриального парка. Кроме того, управляющая компания будет проводить отбор резидентов для размещения на данном промпарке. Исходя из их потребностей, будет формироваться инфраструктура, которая необходима для деятельности всех резидентов в данном промышленном парке. Отбор резидентов для размещения на индустриальном промышленном парке «Дружба» на территории города Каспийск будет начата до конца осени. На сегодняшний день создание парка находится на этапе подготовки со всей документальной составляющей.